Наводить порядок во дворах, скверах и парках начнут уже завтра. Вениамин Кондратьев призвал всех жителей региона присоединиться ко Всекубанскому субботнику. В своем микроблоге в Твиттере губернатор написал, что тоже примет участие в уборке вместе со всей семьей. Порядок, как известно, начинается с малого. Завтра Всекубанский субботник, краевая генеральная уборка. Самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором. Я, как и всегда, возьму с собой детей. Во время Всекубанского субботника не только уберут мусор и покрасят заборы. Особое внимание уделят зеленым зонам. В парках и скверах высадят новые деревья и разобьют цветочные клумбы.